Один человек погиб в результате пожара, произошедшего сегодня днем на улице Восстания. В одной из квартир пятиэтажки загорелся зал. В момент возгорания в помещении находился пожилой мужчина. Учитывая, что по рассказам соседей ходить он не мог, шансов выбраться из полыхающей комнаты у него уже не было. С места события репортаж Айрата Назипова. Как рассказали соседи, пожарные подразделения прибыли на место спустя считанные минуты после вызова. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно справились с пламенем, спасти пожилого мужчину уже не было возможности. Учитывая его состояние, выбраться самостоятельно он также не мог. И шансов остаться в живых у него не было. Он лежачий был, инсульт у него был. А сколько ему лет вообще? За 60. 61 и 62. Известно, что в квартире мужчина жил со своей женой. Как говорят соседи, днем женщина всегда на работе. И мужчина обычно оставался дома один. Я ее 3 дня назад видела. Спрашивала, где, да, как Толик там. Она говорит, ну я оставляю его. Вроде пищу ему оставляю. Он кушает. Ну, вот что уж, в чем причина. Или курил, или что. В результате пожара одна из комнат, там, где и находился мужчина, выгорела полностью. Дальнейшего распространения огня спасатели не допустили. Точную причину происшествия предстоит выяснить пожарным дознавателям. Но по одной из версий, причиной всему могла послужить непотушенная сигарета. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.